средствах массовой информации появились сведения о том, что в Каире суд отклонил иск россиян, родственники которых погибли в катастрофе А-321 над Синаем. Об этом пишет издание «Коммерсант». Родственники погибших требовали компенсации от властей Египта. Ответчиком по иску выступали премьер-министр страны и несколько членов правительства. По мнению россиян, чиновники допустили преступную халатность в отношении безопасности в аэропорту. Это позволило террористам организовать взрыв. Однако суд постановил, что власть не допустила личных ошибок, и теракт произошел в результате незаконных действий третьих лиц. 31 октября 2015 года самолет компании «Кагалым Авиа», который направлялся в Санкт-Петербург, взорвался в небе над Синаем. Жертвами катастрофы стали 224 человека. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России. Россия после этого приостановила регулярные рейсы в Египет. Весной 2018 года полеты из Москвы в Каир возобновились. В России родственники жертв трагедии получили по 2-3 миллиона рублей. Кроме этого, они подали иск к авиакомпании на 93 миллиарда рублей. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.